Я постараюсь сегодня не кричать. Делайте дуа за меня, просите Аллаха дать мне стойкость. Иншаллах, сегодня я хочу выступить немного о другом. Я уже 2 ночи рассказывал про бандитскую жизнь и все такое. Я уверен, ребят, вы уже слышали от меня лекции про похороны и так далее. А сегодня я хочу попробовать кое-что немного другое. Мои братья, сегодняшняя лекция называется «На чьей ты стороне?». Каждый спросите себя, на чьей я стороне. На словах все утверждают, я на стороне Аллаха и его посланника. Говорить легко, но поступки говорят громче слов. И суть вещей такова, что в день воскрешения Аллах, субханаху та'аля, будет смотреть не на внешнюю оболочку, а на что посмотрит Аллах? Аллах, субханаху та'аля, будет смотреть на сердца. И мои братья, это название «На чьей ты стороне?»